Быстро, удобно и рядом. Так, в одном из торговых центров Самары каждый день делают прививки десяткам посетителей, как первым, так и вторым компонентам вакцины. Я хочу обезопасить себя и своих близких, то есть чтобы мы наконец-то преодолели все эти локдауны, ограничения и вернулись обратно к нормальной жизни. Число заболевших в регионе продолжает расти, да и сама инфекция уже не та, что была раньше, говорят медики, отмечая быстрое развитие симптомов и тяжелое лечение. Среди заболевших становится больше людей молодого возраста, поэтому и в пункте вакцинации с каждым днем желающих делать прививку молодых людей становится больше. Я решила сделать прививку, гуляя по торговому центру, это как раз-таки удобно, вот на первом этаже пришла и решила вакцинироваться. Такие пункты вакцинации облегчают нагрузку городских поликлиник. Каждый день сюда приходит от 50 до 100 человек. Прививка – это самый действенный способ оградить себя от тяжелого течения болезни. В первую очередь вакцинация нужна для вторичных осложнений, чтобы их не было. Во-вторых, вакцинируется большее количество людей в торговом центре, так как здесь удобно. Зашел в магазин, зашел, провакцинировался. Без предварительной записи ежедневно с 11 до 18 часов можно привиться в стационарных пунктах вакцинации в торговых центрах «Аврора» и «Гудок». Также в пятницу и по выходным мобильные прививочные пункты работают рядом с «Мегой», «Космопортом» и «Амбаром». Но даже несмотря на защиту в виде прививки, не стоит пренебрегать маской и социальной дистанцией. Эти уже знакомые меры профилактики также оберегают от инфекции. Никита Колосов, «События».